Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор уже второго заказа наших покупочек из каталога номер 9 компании Oriflame. Каталог действительно очень крутой и заказ огромный, просто огромный. Он получился на 184 балла. Как всегда, здесь в заказе есть накладная. Я вам покажу все, что мы заказали. Но в основном здесь заказ для нас и для друзей. Очень много в заказе интимных гелей, потому что они идут по супер цене. 119 рублей всего. С алоэ и с ромашкой. Я, конечно, даю предпочтение вот этому гелю с ромашкой. Мне кажется, он какой-то более такой энергичный, концентрированный. И мне нравится очень аромат. Такой тонкий, нежный, классный аромат. 7 штук. Ого, классно. Это тоже под заказ. Большой шампунь, большой объем. Из серии Hair X. Для тонких волос. Очень классный шампунь. Шикарные зубные пасты. Это я себе взяла в запас, потому что то, что я себе брала в прошлом заказе, у меня уже разобрали. Потому что паста очень хорошая. Это спрей для волос специальный, если вы любите волосы сушить феном. То есть это защита специальная от горячего воздуха, чтобы волосы не портились. Тоже серия Hair X, это профессиональная серия. И в этом каталоге замечательное предложение на лаки, мусс и вот это средство. Рекомендую обратить внимание. Целых 3 парфюма, это одной моей подруги, они с мамой вместе взяли серии Woman's Collection. Все 3 аромата, которые сейчас идут по привлекательной цене, они не стали мелочиться и взяли сразу оптом 3 штуки. Сегодня прям отнесу, потому что они ждут уже с нетерпением. Так, красиво поставлю. Из спецпредложения для премьер-клуба 2 парфюма, Northern Glow. Тоже постоянно одни и те же девчонки берут, говорят, что потрясающий аромат. Я сама не пробовала, но их постоянство меня удивляет. Может быть, мне тоже такое взять? Не знаю. Я подумаю. У меня столько уже ароматов много, что можно прям музей ароматов делать. Ага, здесь у меня еще одна пилочка. Я взяла себе в прошлом заказе, хвалилась. И показала подружке, она говорит, а мне такую. Так что хвалитесь всегда своими покупками, у вас всегда будут заказы. Так, здесь немножечко декоративной косметики, дезодорант. Обратите внимание на последнюю страничку каталога. 79 рублей, любой из 5 дезодорантов. И мой любимый серый крышечкой и зелененькой. Я их просто обожаю. Так, сейчас расскажу, что здесь есть декоративные косметики. Но прежде покажу, что в этом пакете. Опять же, мы сами своя самая лучшая реклама. И когда меня одна знакомая увидела с такими сережечками, она их тоже сразу заказала. Сейчас мы заодно проверим. Ага, все в порядке. Смотрите, какое чудо. У меня есть весь набор еще и с подвеской. Но серьги просто волшебные. Такое создает летнее классное настроение. Такие веселые майки. Аккуратненько запаковываем. Все, что можно проверить, я всегда рекомендую проверять. Конечно, когда парфюмы упакованы в слюду, мы проверить никак не можем. Но все, что можно, надо проверять. Конечно, это не касается туши, потому что тушь это очень индивидуально. Но когда я приношу заказ своим знакомым или клиентам, я всегда прошу при мне проверить все. Или в ближайшее время проверить дома. Ох, бумажечка осталась. Хорошо. Так, здесь 2 туши. В прошлом заказе взяла для себя. Мне тушь очень понравилась. Я ее оценила. Это тушь The One. Термостойкая. Она смывается только сильно теплой водой. Я ее испытывала уже везде, где можно. И в сауне, и в бассейне, и в речке. Только на море еще не была. Тушь великолепно себя показала, поэтому я взяла для себя в запас, потому что она в этом каталоге с такой классной скидкой. Тушь под заказ для моей подруги, гипнотик из серии The One, она делает такой эффект театральных ресниц и распахнутых глаз. Тоже одна из моих любимых тушь, у нее прекрасная кисточка, очень удобная. Тушь из серии Color Box.
тоже с силиконовой кисточкой, и она популярна, как ни странно, ее очень многие любят. Но сама я ее никогда не беру. Я почему-то люблю туши какие-то с более тонкими кисточками, потому что в этой туши кисточка достаточно большая, и я к ней не смогла приноровиться. Тоже две помады из серии The One. Мы сейчас с вами их проверим, чтобы они были в отличном состоянии. Тоже для моей подруги. Посмотрим, какие она цвета себе выписала. Мне уже интересно. Так, первая The One в синей упаковке. Ага, матовый такой, нюдовый оттенок, красивый. Там классная. Я сама очень люблю помады. Буквально сегодня я себе завела новую подругу. Она у меня на губах. Интересно, как вы считаете, идет мне такой цвет или нет? Так, так делаем, чтобы упаковку не повредить. Я аккуратненько поддеваю специальной палочкой так, не с этой стороны. Ох, это мусс. Тоже нюдовый. Я так думаю, она это своей дочке заказала. Нюдовый оттенок, помада мусс, The One, матовая. Посмотрим их отзыв. Мне интересно. Я себе матовую никогда не брала. Не знаю, почему-то у меня до нее не дошли руки, так скажем. А это карандаш-гель. Кстати, очень прикольная штучка. Я не буду его открывать, потому что, ну, это обычный карандаш. Но его очень важно хорошо закрывать, потому что само слово карандаш-гель. Это значит гель, а гель у нас, как правило, быстро сохнет. Поэтому чем лучше вы его закроете, тем дольше он вам прослужит. Что здесь замечательно, с другой стороны есть точилка. И не надо никуда бежать и думать. То есть, если он у вас затупился, вы снимаете точилочку, и она просто отсюда вынимается. Аккуратненько снимаете. То есть, она не то что точит, она делает острым кончик. Потому что карандаш-гель, он, ну, такой вот своеобразный. У меня был такой контур, я им осталась очень довольна. Он стойкий, не растекается. То есть, ну, вообще прям рекомендую. Самое главное, не сказала, это карандаш для глаз. Не перепутайте, он черный. Так, далее у меня в заказе витаминки. Wellness Pack женские со скидкой 50% по премьер-клубу. Я считаю, что это самый лучший выбор, потому что о своем здоровье нужно позаботиться в первую очередь. Мое мнение. А, тут еще не все. Ага. Вы знаете, я посмотрела обзор одного нашего блогера, Оли Поляковой, по-моему. Мне так понравился лайфхак такой. А, я решила себе тоже заказать. Это вот такая, ой, какая она пушистенькая. О, божечки мои, какая прелесть. Она просто показывала разницу, как вот умыться там с одним средством, с другим, и используя вот эту вот маленькую салфеточку. Мне так понравился эффект, и я подумала, что для разнообразия иногда вот хочется, особенно если, может быть, дорогу, с собой что-то взять необычное, такое классное. Ой, ну... Мне даже жалко будет ей умываться, ее просто трогать. Супер, все, я влюблена. Попробую, потом вам скажу, понравилось мне или нет. Мне уже нравится, даже нечего сомневаться. Так, конечно же, здесь пакетик, в этот раз беленький. И ту-ту-ту-ту, первая коробка у нас. Все, точно, первая коробка закончилась. Я взяла себе хайлайтер. Опять же, эти невероятные люди, блогеры, которые снимают обзоры и показывают эффект. Я не знаю, видите вы или нет, но я-то уже его попробовала. Я достала из коробки. И в первую очередь мне было интересно, что это за средство и как им пользоваться. Я попробовала носить руками, кисточкой. Единственное, я не пробовала спонжиком, но я думаю, что спонжиком будет тоже великолепно. Вот все прекрасно. То есть я нанесла тоненькую полосочку на носу. Немножечко на скулах, над губой, на подбородке и чуть-чуть, мне кажется, тут где брови, кончики бровей. Но вот на, при таком хорошем свете видно просто, как вот лицо, все такое вот прям, такой блеск дорогой. Ну, я довольна, все, я прям рекомендую. Если я сомневалась, брать или не брать, то сейчас я точно знаю, что брать, если вы хотите классный макияж, модный, стильный, то он... Самый лучший помощник. Пошли во вторую коробочку. Она тоже достаточно увесистая. Убираем накладную. Ага, но здесь не очень много. Краска. В этом каталоге краска по супер цене. 299 рублей. Я взяла для мамы, потому что для себя у меня огромный запас. И, кстати, я подумываю сменить цвет волос
на такой каштановый с рыжим отливом. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, подойдет мне такой или оставить то, что есть сейчас. То есть такой же темный шоколад, он практически как черный смотрится. Я вам уже говорила, да, на серию Hair X огромные скидки. Это лак для волос. Это незаменимая вещь, это незаменимый продукт, я так скажу, для тех, кто делает укладки, кудряшки или живет, где влажный климат, прическу нужно фиксировать. Обязательно, тем более сейчас так жарко, так пыльно. Зафиксировали, и причесочка дольше прослужит. Вот здесь поставлю рядышком с собой эту красоту. И вот это просто бомбический продукт. Просто, если вы еще не брали, я не знаю, это такая коллекция, она как вот ситуационная, сезонная можно назвать, то есть небольшого количества выпускается не на постоянной основе. Дополнение к серии Love Potion, масло массажное. Ну, невероятно вкусно пахнет. Я себе брала в прошлый раз 3 флакончика. Один открыла, 2 у меня сразу выпросили. Я когда их отдала, то есть у меня подружки выпросили, я потом думаю, а вдруг больше не будет такого масла? А мы очень любим массаж. И, кстати, я заметила, что даже просто вот вместо крема после душа, сейчас все-таки сухо, я вот, ну, загорала несколько раз, я намазала тело просто этим маслом, оно впитывается невероятно легко, кожа мягенькая, пахнет классно просто. Вот рекомендую, возьмите. Конечно, в этом каталоге цена выше, чем когда я брала его по акции в прошлый раз, но я не решила не экономить, потому что он очень классный продукт. У нас есть шикарное масло для массажа, имбирное. Но у него такой все-таки специфический аромат. Его вот просто так вот, если на лето, на жару, на тело не нанесешь. А это кайфово, у него такой запах классный. Короче, мы его любим. Все, в этой коробке у меня осталась целая коробка каталогов, буклетики. Ой, такие классные спецпредложения для членов премьер-клуба. Кстати, вы в премьер-клубе или еще думаете? Много каталогов пришло. Слушайте, здорово. И еще, о, и это еще не все. Мы еще с вами не увидели один продукт. У меня специальная лопаточка. Я еще думаю, мне кажется, 3 помады должно быть в заказе. Да, это для мамы. Для нишной мамы. Она любит именно этот цвет. Ой, ой-ой, не падай. Это помада The One, 3 в одном. У нее шикарный состав. Беленькая – это бальзам, который увлажняет губы. Следующий слой – идет блеск. И третий слой – это цвет. И когда все это вместе наносишь на губы, получаются такие классные губы, такие мягкие, такие красивые. Цвет сохраняется очень надолго. То есть она не стойкая помада, но цвет лежит классный. Это одна из моих любимых помад. Я очень люблю серию The One, хотя по дизайну мне, конечно, нравится больше всего Giordani Gold. Но The One по качеству это просто бомба. Вот, все, теперь точно все, все коробочки пустые. Спасибо вам за внимание. Желаю вкусных покупок. Общайтесь со мной, пишите в комментариях вопросы. Если вам интересно про какой-то продукт конкретно что-то узнать, я с удовольствием сниму отдельное видео, если вам это действительно интересно. Спасибо вам всем за обратную связь. Я вас очень люблю и ценю. С вами была Лилия Донскова. До встречи. Пока-пока.